пылесос, не грамматизер. Это обычный магловский пылесос. Может, мне свою клининговую компанию открыть? Счета за свет. А ты ничего не забыл? Заодно и постираю. В отличие от некоторых, я экономный. Заниматься медитацией. Почувствуй умиротворение. Ну что, чувствуешь умиротворение? Утренний розы запах после себя оставляй, как выходит самурай от прекрасной гейши. Но не было там розы, довольствуйся лилией. Нет, Снежана, это было ошибкой. Тут ты сказал, я беру свои слова обратно. Подлец, как ты мог? Данила, это все так сложно. Нет ничего сложного, если любишь, Снежана. А ты когда-нибудь кого-нибудь любил? Возможно, люблю прямо сейчас. Ты что творишь? Данила вот-вот признается Снежане в любви. Да ты даже русский не знаешь. И что? Тут все и так понятно по контексту. Откуда у нас такие огромные счета за телефон? Ну, я звонил Нарциссе. По межгороду? Ну да, она сейчас во Франции. Передает тебе привет. Северус, у нас, кажется, нет горячей воды. Я забыл сказать. Плановое отключение. А когда включат? И недели через две. А что мне все это время делать? На! Что же так холодно-то? Хорошо-то как. Прям как и дома. Что-то сдохло. Это мой новый парфюм. Рубашки он носит, аристократ хренов. Вот сам бы их и гладил. Мы в России, тут никто не гладит. Смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещаю твои глаза, если в сердце живет любовь. Эх.